На улице хорошо, красиво. Сейчас вот пойдем в лес сходим. Пользуйся моментом, пока хорошая погода. На улице пока -1, немножко потеплело. Но я не хочу, чтобы все таяло. Но в лесу будет очень красиво. Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем канале. Вот вышли собаки в лес погулять. Погода просто замечательная. В лесу красиво. Зима продолжается. Так что пользуйся моментом. Гуляем и любуемся природой. Приглашаю вас вместе с нами на прогулку. Так хорошо погуляли с собакой, такая погода классная. Так вот гулял бы. Погода просто супер. Так, сегодня надо заняться, наверное, своим аквариумом, помыть аквариум. Уже зарос, никак руки не доходят, его подстричь, навести порядок в аквариуме. Уже совсем зарос у меня. Водичку в аквариуме подменила. Пока подстригать не стала, лень, это слишком очень долго, когда подстригаешь. И вообще мне уже пора на мой... третий канал, да, где канал о животных, пора какое-то уже видео снять. Особо снимать нечего, потому что ничего не происходит. Надо хотя бы собаку заснять, давно я ее не снимала, рассказать, потому что многие подписчики подписываются там на канале, то и за собаки многие подписываются. Надо теперь рассказать и снять, что-то у нас, по-моему, там, слушайте, сверху уже падает с крыш, наверное, снег валится, прямо на подоконнике как шарахается. В общем,
потихоньку нарастает, и все шарахается, короче. Теперь, где дома, опасно ходить. Собака услышала шум и думает: боже, что случилось? Что где падает? Да, Молечка? Ты испугалась, девочка? Да, что-то там падает? Испугалась. Где там что падает, зайка? Что там падает? Что-то там падает такое с крыш, да? Снежок там падает. Ребята, сегодня у нас 12 января. Это у нас вторник, 9 часов утра. Смотрите, метет. Приехал трактор. Сейчас будет все убирать. И на улице нулевая температура. И немножко влажно, и метет со вчерашнего дня. Вчера до обеда мело, и сегодня опять с утра начало мести. Опять, наверное, будет до обеда мести. Вот такая погода у нас. Красиво. Но мне не нравится... Моля, мне не нравится то, что нулевая температура. Прям метель. Прямо с ветром, посмотрите, какая погода. Самое прикольное, ребята, что трактор тоже буксует. А я вчера здесь чуть не упала. Шла с собакой, а под снегом был лед. Как я удержалась на ногах, я не знаю. Но если бы я упала, ребят, мало мне показалось бы. Падала прямо чисто на спину падала. Еле удержалась. В прошлом видео я вам говорила, что я заказала себе новую видеокамеру. Сейчас магазин прислал смс-ку, что я могу подъехать и забрать к ним видеокамеру. Сейчас нельзя ходить по магазинам, покупать. Есть, в общем, запрещенные товары, которые покупать нельзя, да. Можно, но через интернет можно покупать все, только нельзя так ходить по магазину и покупать. Поэтому надо заказывать через интернет. И вы заказали, вам присылают смс-ку, что товар на месте, и вы едете и забираете. Также, конечно, можно заказать с доставкой там куда-нибудь в Покомат или с доставкой на дом, да. Но я в магазине далеко, я подъеду в магазин и заберу ее. Наша Снегурочка вся в снегу. Вот такие мы тут все заснеженные. Все, я приехала. Сейчас будем с вами распаковывать мою красавицу. Сегодня у нас с вами будет такое видео, посвященное погоде на улице и моей видеокамере. Мы сделаем такой небольшой тест видеокамеры. Обзор полный на нее делать не буду, потому что есть обзорщики, специалисты, которые более профессионально все это сделают, да, потому что я любитель, и поэтому, ну, что мне там лезть уже со своим обзором? Я просто протестирую с вами, покажу эту камеру и поделюсь своими впечатлениями. Ну что, друзья, вот она моя красавица. Получила я свою камеру, съездила и прикупила еще карту памяти на 128 гигабайт. Там было на 256, по-моему, да, гигабайт. Но там, блин, стоило на почти 60 евро. Эта карта памяти 32 или 33 евро. На Алиэкспресс они немножко дешевле. Ну, это надо ждать. Поэтому я купила сразу. Ну, вот моя красавица. Сейчас я ее распакую, посмотрю. Ну и давайте посмотрим, что идет к ней в комплекте. Ой. Это каблучок, это можно к треноге будет закручивать ее. Так, тут надо еще разбираться, тут я сама не знаю. А, это петличка, это будет цепляться беспроводной микрофон. Короче, петличка цепляется и будет очень хороший звук. Это тут классно, то, что идет в комплекте. Очень нужная вещь, потому что у меня нету такой. У меня только все проводные петлички есть. Это Wi-Fi и Bluetooth дополнительно подключается. Камере. Есть базовый комплект, где вот это вот все не идет в комплекте, да, а я купила, где все-таки идет петличка, все это идет, потому что мне эти вещи нужны, у меня их просто потому что нету. Это сама вот тренога раздвигается, можно будет ставить. И эта камера будет еще за мной следить, когда я буду ходить, например, она будет за мной следить. Очень хорошая камера. Так, ну, тут, наверное, да, это все инструкции, короче. Так, ну вот. Должен быть футляр.
к ней еще. Так, зарядка с двумя выходами. USB зарядка с двумя выходами. Один выход, чтобы заряжать камеру, а другой выход, чтобы заряжать этот вот Wi-Fi Bluetooth. Или петличку. Подождите, или петличку, что-то заряжать, короче, я уже не помню, да? В общем, так. Ну и, конечно, сама наша красавица, сама камера. Вот она тут в чехле. Так, ну вот сама камера. Тут надо будет потом все пленочки снять. К ней идет джойстик, с помощью которого можно управлять вверх-вниз камеры, да, с помощью этого джойстика. Также идет подключение к телефону. Вот сюда вставляется, да, вот так вот. И потом здесь сбоку можно подключить телефон. И может через телефон управлять камерой. Плюс настройки еще делать через телефон, да. Также такая муфта. Это идет для петличного микрофона. Она вставляется вот сюда. Это чтобы заглушать ветер, да, чтобы не было шум ветра слышно. Вот такая вот муфточка идет. Сначала эти штучки не смогла найти, думала, недокомплектацию мне сделали. А они здесь лежали на самом дне, я даже их не заметила. А эту коробку чуть не выкинула. А они такие все маленькие, да, и все лежали там на самом дне. Ну вот и плюс еще на руку одевается, да, чтобы камера не упала. Чем хороша такая камера, я буду в магазине, когда ходить снимать, посмотрите, даже будет не видно, что у меня камера. Как будто у меня просто какая-то палочка в руке. Поэтому я ее очень хотела. Вот первая была первая версия, там что-то мне не понравилось, первая версия, я все на нее смотрела, я видела, что многие блогеры снимают на такие вот камеры, да, но как-то, по-моему, там не было подсоединения к телефону, поэтому, по-моему, не помню точно, почему я ее не взяла, а здесь все есть то, что мне надо в этой камере. Она, с ней под водой плавать нельзя, но, по-моему, продается чехол, да, где выставляется водонепроницаемый, и можно будет плавать. Но дело в том, что у меня нет такой необходимости. Во-первых, я очень редко купаюсь, скажем так, у нас лета мало, да. И во-вторых, у меня есть вторая камера. Вот у меня есть такая вторая камера, а к ней как раз уже идет водонепроницаемый чехол. Если не надо, я под водой могу с этой камерой плавать. Почему я очень захотела вот эту камеру? Я вообще не собиралась покупать спортивные камеры. Ну, мне подарили вот эту камеру, мне очень понравилось с ней ходить снимать, потому что очень удобно, намного удобнее, чем с телефона, да, и стабилизатор здесь хороший, здесь тоже очень хвалит стабилизатор, ходишь, картинка не прыгает, мне очень нравится, да, в этой камере, и вот с ней под водой можно будет летом, если что-то надо будет там заснять, например, да, как бы, потом я не собираюсь тратить деньги на чехол для этой камеры, мне вполне хватит этой камеры. И к этой камере я еще заказала аккумулятор дополнительный. Там, например, батарея села, аккумулятор поменяла, дальше снимаю, да. Здесь, насколько я понимаю, здесь встроенный аккумулятор, здесь нет такого. И поэтому здесь надо будет ее постоянно заряжать. И хватает ее... Ой, насколько там сказали? Часы? Сказали, где-то примерно на 2 часа хватает, да, чтобы съемки. А если кто-то на весь день ехать, взял эту камеру, и как бы хватит мне на весь день. Плюс еще телефон, если что, да. Почему я именно заказала вторую такую камеру, да? Потому что в этой камере плохой звук. Мне не очень нравится. А здесь очень хороший звук. Тут идет 4 микрофона. Здесь один микрофон, да, и очень такой надо, чтобы хороший звук был, надо чуть ли не к рту ее прикладывать, эту камеру, получается. А здесь можно на расстоянии. Плюс идет петличка беспроводная, да. Ну, в общем, вещь классная, мне она нужна была. Вот теперь у меня есть 2 камеры, плюс телефон. В общем, осталось только за малым. Ходить и снимать все. Да, кстати, здесь в комплекте еще идет вот такая широкоугольная линза. Она примагничивается к экранчику и очень удобно будет снимать. И будет больше захватывать угол. Панорама будет лучше. Ну, давайте проверим сейчас картинку. Сейчас хочу заснять свой аквариум и показать на фоне аквариума, какая картинка. Ну, аквариум снимает, конечно, красиво. Та камера, вторая, старая моя, которая, она тоже картинку красиво аквариума снимала. А звук накладной, потому что забыла выключить телевизор. И, в общем, мешал телевизор сделать нормальный, короче, звук. Звук накладной. Потом я покажу вам погоду на улице. На улице там сильно сейчас метет. Сейчас послеобеденное время. И там я уже буду говорить.
там буду говорить через камеру, и, в общем, посмотрите, какой звук. Ну, картинка красивая, как мы видим. Потом и в других видео мы сходим с вами куда-нибудь погулять, обязательно сниму на камеру, все покажу. Сегодня пока такое будет, домашнее немножко видео. Так, сейчас проверим мою камеру. Она должна за мной следить. Мне просто очень интересно. Так, сейчас ее подключу. Сейчас за мной поворачивается, куда я, туда и она. Вот, куда я иду, туда и камера идет за мной. Прикольно. Поворачивается. Нет, камера, если честно, мне очень нравится. Хорошая камера. Вот я ухожу сюда в сторону, и она смотрит на меня. Умничка, правильно, смотри на меня. Прикольно. Кстати, у меня стабилизатор есть. Он тоже как бы за мной ходит, стабилизатор. И камера ходит за мной и снимает меня. Следит за мной. Не, хорошая, мне и качество нравится, хорошая камера. Супер просто. Ну, красота. Ну и сюда пойду. Не потеряла меня. Теперь она меня потеряла. Ну, теряет она все-таки. Ну. Ну, а сейчас пойдем погуляем с собакой и сниму при вечернем освещении, когда уже света будет мало. Ну, сейчас вышли на улицу. Это уже вечер, темно. Снимаю на свою Osmo 2 камеру и говорю через петличку. Вот такое вот качество съемки. Ведь она зацепилась, посмотри, обойди в круговую. Вот гуляем с собакой, на улице метель таки продолжается. Моля, пошли. Пойдем, зайка, пойдем. Пойдем. Ну, вот такая вот картинка. Витя, попробуй, скажи что-нибудь издалека. Ну, Молечка. А, Моля говорит. А ты, давай говори что-нибудь. Моля, скажи маме, что мы гулять идем. Мы гулять идем. А куда мы идем? Туда пойдем? Ну, пойдем туда. Моля. Ну, Молечка, давай. Слушай, а метет как на улице, да? Смотри, опять намело. Кстати, сегодня приезжал, два раза трактор чистил. Помнишь, утром чистил, потом еще в обед приезжал, чистил. Моля? Моля. Ну, как мне кажется, стабилизатор хорошо работает. Вот мы идем, и совсем не дергается ничего. А на улице сейчас у нас минус 4 где-то. Как бы... Ой, видите, там может валяться что-то, там наши бабки бросают. Она может схватить. Моля, пошли! Пошли. Пойдем. И слушай, ведь светло так показывает, хорошо снимает. Угу. Вот сейчас прогуляемся, поснимаем елочку. Посмотрим. Слушай, сегодня я опять чуть не упала. Ведь... Сегодня чуть не упала, чуть не упала, шпагат чуть не села. Как разъехались ноги, слушай, опять вот там возле машины, там, где вчера я тебе говорила, помнишь, чуть не упала, да? Где вчера я чуть не упала, да? И на этом же месте сегодня чуть не упала, прикинь? Я теперь уже, знаешь, уже боюсь ходить. Резину так. Ты же не на ногах резину поменял, а на машине поменял резину. Нормально, говорит, резину поменяли, говорит, тебе. Причем здесь мы... Я же про свои ботинки говорю. Что мне скользко было, что я чуть не упала. На ботинки? Ну, поставьте мне шипы тоже, да? Буду крутая тогда. А то еще зима не думает заканчиваться. Еще все впереди. Падать нельзя. Да, падать мне нельзя. Мне надо, вот, видишь, я камеру купила. Мне надо влоги ходить снимать. Да. Сейчас хочу приблизить. О, как она... Восьмикратно увеличивает. И сейчас хочу уменьшить. Это у меня такой тест камеры идет.
Здесь маленький экранчик, сейчас как бы я все, ну, видно, все хорошо, я вижу, что я снимаю. Но качество, конечно, я уже увижу, когда на телефон все скину. Я на телефон скидываю все и там монтирую. Можно на компьютер, но у меня на телефоне удобней. У меня есть программка, я через Киномастер все делаю раз-раз, все быстренько. И на YouTube. Вот так вот. Ой, слушай, ведь я иду, да? Вообще не дергается камера. Так хорошо стабилизатор работает, вообще просто плавно. Обалденно. Моля, что там нюхаешь? Что там моя девочка нюхает? Ой, пописер мой ребятенок. Пойдем. Уже скоро 8 часов, скоро спадки пойдем уже. Вид, ну скажи, она такая камера маленькая, да, и вот такой вот магазин зайдешь, даже и не видно будет, что там за палка у меня в руке, да? Да, можно ходить спокойно снимать, тихо говорить, через петличку говорить, да? Можно ценники все показывать, все объяснять. Не будут люди хотя бы обращать внимание на меня. Мне нравится. Так. Вчера мы в темноте ходили в лес гулять. Снега там много и было светло. Ламп не было, а все равно было светло, потому что снег был. Ну вот так. Интересно, насколько мне хватит батареи. Слушай, а батареи сейчас больше стало заряда. Когда только включила, вообще было на единичке. А сейчас увеличилось. Что-то там, наверное, заглючило просто. Ну, еще говорят, знаешь, чем больше минус, тем быстрее садится аккумулятор. Ну, у нас сейчас небольшой минус. Поэтому, я думаю, ничего страшного. Так, сейчас выйдем за дом сюда. Не, ну хорошо, хорошо работает камера, мне нравится. Папа, я довольна. Теперь у нас будут более качественные влоги. Что на работе сказали? Да. Да. Вот так. Ну, все, понятно. Короче, вот прогулялись мы. Ну, все, в общем, хорошо. Мне нравится. Я думаю, вам тоже будет приятно смотреть через эту камеру отснятые видео. Здесь и звук хороший, вам будет хорошо все слышно. И качество хорошее. Мне очень нравится то, что петличка. Сейчас вот беспроводная петличка. Ведь что ты делаешь там? А, соль попала, так надо почистить тогда. Все, попадает на лапки соль собаки, и она прямо идти не может. Лапы задирает, орет. Ей, видимо, там щипет. Все, ладно, пойдем домой. Поводок не открывается, да. Мама застегивает, сразу видно. Мамина школа, стоять. Мама нормально, слушай, сейчас закроется лифт, пошли. А, это отключение-то, да? Всем опять доброе утро, ребята. Сегодня 13 января, муж гуляет с собакой. Посмотрите, сколько навалило снега. Моля! Моля, Моля! Молечка! Иди домой! Иди домой! Вон такие снегурочки стоят в шубках. И на улице у нас, сейчас скажу, сколько. На улице минус 2 градуса. В общем, снег метет до сих пор, ребята, посмотрите. До сих пор метет снежок. Ну, красиво. Ну что, зима все еще продолжается, пока любуемся уже несколько дней. Уже с крыш домов что-то там все валится, да, уже снег уже сползает потихонечку, потому что температура 0, минус 2, где-то такая у нас. Ну что, друзья, сегодня такое видео у нас получилось, да, я посвятила его своей камере, потому что для меня это очень важная покупка. Надеюсь, что теперь видео мои будут более качественные. Во всяком случае, как бы мне очень этого хочется. Ну, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки.
а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я с вами прощаюсь и увидимся всегда в следующем выпуске. Всем до свидания!